Здравствуйте, это итоги дня телеканала Управда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. На что потратить 61 миллиард рублей? Ульяновские парламентарии обсудили будущие расходы. Экстремалы собрались в Ульяновской области, чтобы пройти самую сложную трассу России. Гаражная амнистия принесла в казну Ульяновской области 30 миллионов рублей. Проверку прошли, Ульяновский патронный завод спасли от террористов. Ульяновские ветераны получат право бесплатного проезда на общественном транспорте. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на аппаратном совещании. Право вступит в силу с 1 января 2020 года. Кроме того, глава региона поручил усилить контроль за пассажирскими перевозками. В Ульяновской области будет создана региональная инспекция, которая проследит за этой отраслью. Подробнее о ходе аппаратки расскажем в следующем выпуске. Куда вложить деньги в первую очередь? Представители всех профильных комитетов законодательного собрания вплотную работают над расходной частью бюджета 2020 года. Куда вложить деньги в первую очередь? Члены всех профильных комитетов законодательного собрания вплотную работают над расходной частью бюджета 2020 года. В областном парламенте прошло заседание комитета, на котором определили приоритетные направления. Напомним, расходная часть составляет более 61 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом сумма заметно выросла. Хотела бы напомнить, что у нас на 2020 год предусмотрена 21 государственная программа. Это на две программы больше, чем в этом году. А в целом расходы составили 61,4 миллиарда рублей, что плюсом 9,5 миллиардов рублей к бюджету 2019 года. Также министр отметил, что за счет федеральной дотации Ульяновская область дополнительно получит в казну будущего года порядка 2 миллиардов рублей. Как минимум половину этой суммы направят на здравоохранение. В частности, покрытие кредиторской задолженности медицинских учреждений и лекарственное обеспечение населения. Председатель профильного комитета Александр Чепухин рассказал, куда в первую очередь необходимо направить средства. Самые уязвимые сферы Ульяновской области скоро получат поддержку. Ну, конечно, это социалка. Практически все больше 10 миллиардов и здравоохранение, и социальная защита. Конечно, еще будет очень много споров. На все социальные отрасли планируется направить 41 миллиард рублей. Из них более 11 миллиардов будет вложено в социальную поддержку и защиту населения. Здравоохранение 11 с лишним, в сферу образования столько же. Парламентарии и члены правительства еще обсудят проект бюджета на этой неделе. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, новости Управды ТВ. Близ села Арское прошел вошедший в традицию автокросс. Что думают о трассе спортсмены и чем искренне не гордится губернатор, расскажет Виктория Черкова. По ухабам на скорости близ села Арское прошли 46-е соревнования по автокроссу. География участников оказалась обширной. Покорять Симбирские холмы приехали спортсмены из Перми, Рязани, Москвы и Татарстана. Разумеется, наши земляки события не пропустили. Перед стартом состоялась церемония открытия с участием губернатора Сергея Морозова. Дорогие друзья, хочу искренне поздравить вас сегодня с замечательным событием, которое, несомненно, всех нас делает не только счастливыми, но и гордыми за город Ульяновск, за Ульяновский автомобильный завод. Акцент на автозаводе поставлен не случайно. Почти все участники гоняли на наших УАЗах. Укрепленные рамами, усиленные и мощные, спортсмены и их команды основательно поработали над автомобилями. Ведь нашу трассу кое-как и на чем попало не проедешь. Арской самой сложной в России считается трасса. Ездил я как механик с нашей командой по России, поездил. Сложная, много поворотов, прямые хорошие, скоростные. Посмотрим. 18 участников состязались в минувшие выходные. Сегодня появились вести о победителях автокросса. Третье место занял ульяновец Эдуард Горбунов. Второе досталось Руслану Садриханову из Перми. На первой ступени пьедестала оказался Петр Дрофичев из Рязани. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ. Ульяновские полицейские отметили профессиональные праздники с размахом. По традиции, праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику на страже правопорядка. Руководство, личный состав и ветераны почтили минутой молчания память 80 сотрудников органов внутренних дел Ульяновской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Торжественное собрание и праздничный концерт состоялись во Дворце культуры «Губернаторский». Ульяновских полицейских поздравил Сергей Морозов. Поздравить вас о вашем лице всех, и ветеранов, и сотрудников, и членов ваших семей, и всех наших с вами коллег из других регионов Российской Федерации, даже уже на сегодняшний день из других стран, с одним из самых замечательных, по-настоящему народных праздников. С Днем сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. А вас, коллеги-ветераны,
со 102-й годовщиной, со дня образования сначала рабочей, потом советской, чуть позже российской милиции. Отличившимся сотрудникам вручили памятные подарки, благодарственные грамоты, а также медали МВД России. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием оркестра культурного центра регионального УМВД и творческих коллективов Ульяновской области. В Ульяновской области третий год подряд реализуется гаражная амнистия. Тогда регион стал новатором в сфере оформления земельных правоотношений владельцев гаражей и муниципалитетов. Первый этап гаражной амнистии помог упростить порядок оформления прав на земельные участки. На втором этапе облегчили порядок оформления прав на гаражные боксы. Теперь на очереди благоустройство. Слово Ренате Алиуловой. 555. Именно такое количество гаражно-строительных кооперативов насчитывается в регионе. За последние 3 года около 6000 ульяновцев воспользовались так называемой гаражной амнистией. 30% из них оформили в собственность гаражи, 20% стали собственниками земли под ними. Напомню, в 2016 году в Ульяновской области заработал проект гаражной амнистии. В регионе впервые для всей страны под программу создали законодательную базу, которая дала возможность по упрощенной схеме оформить право на имущество, снижая при этом 2 раза ставку на земельный налог. С момента реализации гаражной амнистии бюджет Ульяновской области пополнился на 30 миллионов рублей. У нас есть другая сложность. Не совсем люди еще понимают, то есть мы не до каждого довели вот это. Но есть и другая профессиональная. У нас не все еще муниципальные чиновники понимают значимость этого для людей в первую очередь. Поэтому представители руководства ассоциации ведут серьезную разъяснительную работу. С Ульяновском дела обстоят куда лучше, чем с другими районами, куда гаражная амнистия попросту не дошла. Следующий на очереди по массовому включению в проект Димитровград. Сейчас в Ульяновске началась большая работа по паспортизации ГСК. Это нужно для следующего этапа гаражной амнистии – благоустройство территорий гаражно-строительных кооперативов. В этой связи министерством разработан стандарт благоустройства. Мы довели практически до всех муниципалитетов, ну, конечно, главное Ульяновск и Димитровград. И мы сейчас переходим вот для того, чтобы ассоциация гаражно-строительных кооперативов, она была региональной. Вопрос благоустройства ГСК на днях обсуждали на профильном совещании при участии губернатора. Участников встречи прежде всего волновал вопрос финансирования. Главное, по мнению специалистов, остаться в пределах существующего правового поля. Это либо... Значит, бюджет берет на себя все расходы, да, как по формированию комфортной городской среды, плюс 1% муниципалы. Это получается для бюджета мы полагаем дорого. Либо же вариант, который, по которому идут садоводы. Принцип софинансирования у садоводов другой. Регион выделяет деньги по определенным статьям и постфактум. Таким образом, 40% от общей суммы платят садоводы, остальное покрывает регион. Чтобы у нас вот это формирование комфортной городской среды гаражно-строительных кооператив либо в порядке пилота, либо как-то, так сказать, на следующий год уже начало реализовываться. Чтобы мы посмотрели, вот для такого ГСК все равно там более-менее там много там такого похожего есть. Мы под это выделили там деньги, в этом тоже приняли участие. Сергей Морозов также просил к следующему году привлечь в ассоциацию как можно больше участников. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ. Глава региона проконтролировал работу цеха по производству молочной и кисломолочной продукции. Изюминкой кооператива «Инзамолпром» является кумыс из коровьего молока. Также в планах производство полутвердых сыров типа российского и голландского. Молоко, ряженка, йогурт, сыворотка и даже кумыс. Ульяновские сельхозтоваропроизводители не перестают удивлять покупателей новой продукции. С ассортиментом инзенского потребительского кооператива «Инзамолпром» на днях познакомился губернатор Сергей Морозов. Кооператив был создан 3 года назад и занимался закупкой молока у населения. За это время инзенцы получили грантовую поддержку в размере 10,5 миллионов рублей. Вложили и собственные средства. На эти деньги закупили оборудование для переработки молока, расширили производственную базу, проработали ассортимент. Сейчас в продовольственном арсенале молоко, кисломолочные продукты, творожные изделия. Последняя разработка – кисломолочная сыворотка и квас на ее основе. Здесь оказывается масса рецептов, вот сыворотка, очень полезна для диетического питания. Во-первых, там нет вообще жира, и для пищеварения, для желудка, для
кишечника самый полезный продукт. Но если к нему добавить еще немножко сахара, дрожжей, немножко меда, великолепный тонизирующий напиток. На данный момент в кооператив входят 14 личных подсобных хозяйств, 6 крестьянско-фермерских хозяйств и 2 сельхозорганизации. Продукцию кооператоры реализуют в торговых сетях Ульяновской области. Наш регион – один из передовых субъектов, где реализуется федеральный проект создания системы поддержки фермеров и развития потребительской кооперации, который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Это отметили коллеги из Республики Татарстан, которые работали в области всю прошлую неделю. Большая делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия работала с Ульяновским центром компетенции по развитию сельской кооперации. Татарстан является 3-м субъектом Российской Федерации по производству валовой сельскохозяйственной продукции, и более 50% валовой сельхозпродукции приходится на долю малых форм хозяйства. Это личное подворье и крестьянско-фермерское хозяйство. Поэтому вот те подходы, которые сегодня были приняты в порядках финансирования уже Ульяновской области, для нас они вызвали интерес. Коллеги также оценили работу инзинских кооператоров и отметили, что всего за 3 года, благодаря господдержке, фермеры смогли достигнуть впечатляющих результатов. На базе корпоративного университета прошел образовательный семинар для представителей правительства. Перед участниками выступили сотрудники Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, специалисты Агентства по развитию сельских территорий. Тема – новая госпрограмма комплексного развития сельских территорий, которая вступит в силу с января 2020 года. В формате дискуссии были обсуждены положения нового документа, намечены дальнейшие пути работы по нему, основные направления реализации ведомственных проектов. Димитровградские власти в очередной раз оказались в довольно щекотливой ситуации. В центре внимания надзорных органов попала одна из главных зон отдыха горожан в Первомайском районе – Дубовая роща. Общественники бьют тревогу. Димитровград может остаться без одной из своих достопримечательностей. Горожане опасаются, что многолетние деревья погибнут в результате безграмотности чиновников и подрядчиков, выполнявших определенные работы. Улица Драгомческая, входа в Дубовую рощу. Собрались представители общественности, природоохранной прокуратуры, природнадзора. Повод визита – система водоотведения в парке и итог работ по обустройству иловых карт. По словам жителей, подрядчик, возводивший иловые карты, то ли от лени, то ли от небольшого ума, вместо очистки оврага и вывоза ила, просто размазал содержимое каналов по одному из берегов. Не теряя времени, природнадзор сразу забирает пробы с подозрительной полянки. Углубившись в лес, комиссия ахнула. Действительно, кто-то основательно перекопал половину рощи. То ли воду хотели отвести из существующего канала, либо трубы проложить. По словам общественников, администрация заявляет о непричастности к произошедшему. Мол, сами не копали и разрешение на проведение земляных работ никому не давали на этом участке. До этого мы еще приглашали сюда представителей администрации. Первое наше, это было вот рвы накопали на Дубовой роще. Это прорвали туда вот эти вот сточную яму, прорыв сделали. И вся Дубовая роща стояла в воде. Жители все были в ужасе, что боимся, что погибнет наша Дубовая роща столетняя. Комиссия хоть и приехала уже после того, как вода ушла, но увиденного было достаточно, чтобы заявить о начале проверки. В настоящее время проведен осмотр земельного участка, зафиксированы факты именно проведения работы, именно на загрязнение почвы и дальнейшего его проистекания этой воды. Водный объект будет отобраны пробы на загрязнение. В настоящее время также будет запрошена документация, в ходе которой будет дана оценка законности проведения данных работ. Напомним, реконструкция иловых карт велась в Димитровграде по указанию губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который для этих целей после погодных катаклизмов в августе 2019 года выделил Димитровграду 5,5 миллионов рублей из областного резервного фонда на проведение данных работ. Вместе с тем, говорит, что объем выполненных работ соответствует объему средств, выделенных на эти цели, пока не приходится. Кемран Кичимайкин, Виталий Немов, Димград 24, специально для Управды ТВ. В Димитровграде подвели итоги межрегионального фестиваля «Театральный Атомград». Одной из первых победителей поздравила корреспондент портала «Димград-24» Марина Антуганова, которая побывала на церемонии закрытия юбилейного фестиваля в НКЦ имени Славского.
4 дня, наполненных фестивальными показами, мастер-классами и разбором постановок строгими критиками. 8 коллективов из городов присутствия госкорпорации «Росатом» показали димитровградскому зрителю 8 спектаклей. Напомним, юбилейный фестиваль «Театральный Атомград» стартовал в Димитровграде 4 ноября. Спектакли шли на 5 площадках в Драматическом театре в НКЦ имени Славского, в театре-студии «Подиум», в «Скит Восход» и в театре «Кукол». Все задуманное случилось. Может быть, не всегда так, как хотелось бы, но на то это и жизнь, на то театр это и не кино, чтобы было по-живому. Комедии и драмы, детские сказки и фантазии с очень глубоким смыслом. Фестивальные работы за 4 дня посмотрели несколько тысяч зрителей. Пока димитровградцы сопереживали героям постановок, строгое, но справедливое жюри внимательно всматривалось в детали, которые обычному зрителю просто незаметны. Получат награды заслужившие, однозначно, прям заслужившие своим трудом, вот, и, так сказать, работающие с отдачей. Вот, а как без этого? 9 номинаций и 1 гран-при. Лучшая мужская и женская роль второго плана достались Роману Леденеву из «Заречного» и Ксении Волковой из «Глазова». Лучшая сценография у Дмитрия Бобровича в постановке «Северная сказка» Димитровградского театра «Кукол». Лучший актерский ансамбль у «Глазовского парафраза». Приз за лучшую мужскую роль первого плана отдали сразу 2 актерам – Сергею Павлову из «Парафраза» и Сергею Евдокимову из «Димитровградской драмы». Самой яркой среди женщин была признана Ирина Молчалина из «Подиума». Специальный приз жюри за возвращение интереса зрителя к театру присужден «Димитровградской драме». Победитель. Театр «Парафраз». Город. Победу принес спектакль «Вино из одуванчиков». Отметим, что театр «Парафраз» из Удмуртии третий фестиваль подряд забирает гран-при. Но вкус победы от этого не менее сладок. Конечно, радостно, конечно, приятно. Конечно, радостно, что здесь нас так принимают, как в родном городе. То есть Димитровград у нас уже практически родной город стал. Да, вот я не знаю, радостно. Следующий, уже 6-й по счету, межрегиональный фестиваль «Театральный Атомград» пройдет через 2 года. Марина Антуганова, Виталий Немов, «Димград-24», специально для «Управда ТВ». На Ульяновском патронном заводе террористы захватили заложников и заминировали подстанцию. Для участия в учении привлекались все силы и средства, входящие в оперативный штаб. Подробнее в нашем материале. Группа вооруженных людей проникла на территорию патронного завода, захватив при этом заложников из числа персонала. Такова легенда командно-штабных учений, которые прошли в Ульяновске. Названные террористы укрылись в одном из производственных зданий и выдвинули политические требования. Как удалось выяснить правоохранителям, злоумышленники условно заминировали трансформаторную подстанцию. Главной целью учений стала проверка эффективности системы мер по борьбе с терроризмом и изучении уровня антитеррористической защищенности объекта. В действиях было задействовано около 700 человек. Сотрудники УФСБ, УМВД, УФСИН, МЧС и медики. Они отработали вопросы оцепления, организацию переговоров с преступниками, спасательные эвакуационные мероприятия. Анализ действий и итоги учений будут подведены на ближайшем заседании оперативного штаба Ульяновской области. В Ульяновске продолжается музыкальный фестиваль «Осенние гастроли». В Большом зале Ленинского мемориала выступили народный артист Республики Башкортостан, органист Владислав Муртазин и солист Мариинского театра Артем Крутько. «Золотой голос России», «Русский Фаринелли» – такими титулами награждают слушатели, критики и журналисты Артема Крутько, обладателя контртенора, редкого и уникального по красоте голоса. В Ульяновске он вместе с органистом из Башкортостана Владиславом Муртазиным представил программу «Орган и голос. Магия барокко». Yeah.
10 лет назад, в самом начале своей вокальной карьеры, Артем Крутько уже выступал на сцене Большого зала Ленинского мемориала, собрав многочисленную аудиторию. За эти годы мастерство певца значительно возросло, голос окреп. В его репертуаре музыка эпохи барокко, сочинения современных композиторов, различные оперные партии. С 2019 года Артем Крутько – солист Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Он лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник многочисленных фестивалей в России и за рубежом. На самом деле в России очень проблематичная ситуация для данного голоса, потому что опер не так много написанных. И опять же, я партии беру не контртеноровые в русских, а забираю их у меццо-сопрано. Поэтому писались они изначально для меццо-сопрано. Но так как это персонаж мужского пола, то почему бы и нет? Да? Некоторые театры экспериментируют и на партию ставят контртенора. Концерт в Ульяновске для музыканта Владислава Муртазина не первый в текущем сезоне. В сентябре он уже выступал на сцене Ленинского мемориала, продемонстрировав во всей полноте звучание переносной электронный орган «Хауптверк». На этот раз в программе концерта звучала преимущественно барочная музыка, как светская, так и духовная. А то, на чем я буду сегодня играть, да, это электронный орган, но это орган, я часто говорю, нового поколения, там, ну, я не знаю, поколение, это сэмплерный орган. А там звуки не создаются, там, как бы химически, что ли, не синтезируются, они просто тупо записываются. Вот известный орган какой-то сохранившийся, да, исторический называется, да, который не новодел, без переделок, а вот как здание какое-нибудь у вас есть в Ульяновске, которое полностью сохранилось с 19 века. Ну, разве что несколько слоев штукатурки наложили, но если очистить его, вот, то получится вот аутентичное здание. Да? Следующий органный концерт с участием Владислава Муртазина запланирован на февраль, а осенние гастроли 13 ноября продолжит Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ. 12 ноября в Ульяновской области ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем достигнет 7 градусов тепла. Ветер западный 6-9 метров в секунду. Президент России объявил 2019 год «Годом театра». Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Управда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.